Сегодня у нас челлендж, посвященный Моане. Всем привет, друзья! Да, у нас сегодня челлендж, посвященный мультфильму Моана. Машенька, ты смотрела этот мультфильм? Да. А он тебе нравится? Очень нравится. Сейчас мы проверим, как ты знаешь персонажей из этого мультфильма. Но для того, чтобы тебе было не так просто, я усложнил задание. Там будут герои, которые... не из этого мультфильма. И тебе нужно будет узнать, кто есть кто. Все понятно? Да. Ну тогда внимание на экран. Первое задание. Итак, Машенька, мы видим на картинке девушку, которая всем своим видом показывает: это мой парень. И намекает: если кто его тронет, то получит... веслом. Да, Машенька? Кто здесь изображен? И что это за мультфильм? Это мультфильм Моана. Моана? Да, да, это Моана, правильно, да. И не в мультфильме, это малой из мультика «Семейка Крудс». Так, это Моана, да? Да. А она защищает малого. Да. А малой — это персонаж мультфильма «Семейка Крудс». Да. Давай посмотрим на ответ. Если ты права, то малой исчезнет и отправится к своей семейке. Внимание на экран. Еще. Да, вот его любимая Крэзи-семейка, да? Да. Ну что, ты молодец, Машенька, справилась с первым заданием. Идем дальше. Следующее задание. Внимание на экран. Так, здесь мы видим банду пиратов, да, во главе с капитаном. Кто это здесь изображен? Кокосы пираты, и не в мультике Моана, это гад из мультика «Ледниковый период», часть четвертая. Этот капитан гад, да, не из Моаны, точно? Точно не из Моаны. Ну, давай проверим. Если он исчезнет, он исчез. И куда он отправился? Он отправился в мультфильм «Ледниковый период» к своей банде пиратской, да? Да. Он очень злой и коварный, кровожадный. Смотри, кого-то мучает. Русалку какую-то. Это не русалка, это белка. Белка, да. Костюм русалки. Понятно. Ой, я рыба там чуть не съела. Да, ну он ее что, спас, получается? Да. Хорошо, Машенька, отлично, молодец. Идем дальше, следующее задание. Внимание на экран. Так, здесь мы видим такую картину. У костра сидят трое. Да, девушка, ее два домашних питомца. Собачка и поросенок. Да, Машенька? Да. Это все герои из мультфильма Моана? Нет. Нет? Что, поросенок не из мультфильма? Нет. А кто? Девушка? Нет, Стич. Стич, это не собачка, это Стич. Да. Да? Ну, давай посмотрим на ответ. Стич. А, кстати, а как зовут поросенка? По. По, да? Он веселый домашний питомец Моаны. Хорошо, давай посмотрим. Стич исчез, и куда же он отправился? Он отправился к своей хозяйке.
Как я за... Лила, да? Да, Лила. Молодец, Машенька. Отличный результат. Справилась со всеми заданиями. Идем дальше. Внимание на экран. Так, здесь мы видим семью. Папа, мама и сынок. Это семья из мультфильма «Моана». Все ли здесь верно? Нет, не все. Дружок из мультика «Хороший динозавр». Дружок? Вот этот мальчик? Да. Он разве не их сынок? Нет. По-моему, я его видел в мультике, он там бегал между ног. Нет, не было такого. С «Моаной» разве он не бегал? Нет. Ну, давай проверим, права ты или нет. Так, дружок исчез. И куда же он отправился? Он отправился к своему другу Арло. Да, Машенька, ты права. Это мультфильм «Хороший динозавр». Здесь дружок вместе с Арло. Молодец, Маша. Идем дальше. Следующее задание. Внимание на экран. Что мы видим? Здесь петух увидел жирную гусеницу. Огромную жирную гусеницу. Он никогда таких в жизни не видел. По-моему, он даже с ума сошел от этого зрелища. Да? Да. Вот какие персонажи были в мультфильме «Моана». Все ли верно здесь? Нет, не все. Пупсень должен быть в мультике «Лунтик». Это Пупсень. Гусеница из мультфильма «Лунтик», да? Да. Давай проверим. А петушок, как зовут его? Хей-хей. Хей-хей. Это Крэзи петушок, да? Да. Удивительно, как он вообще дожил до конца мультфильма. Да? Да. Хорошо, давай посмотрим. Лунтик. Давай посмотрим. Пупсень исчезает и отправляется. Куда он отправился? К Лунтику. Он отправился к своему другу. Брату, да. Как его зовут? Вупсень. Вупсень. Вот они какие красавцы. Вупсень, пупсень, да? А как ты их отличаешь, Маш? То, что у пупсеня что? У пупсеня бейсболка, по-моему, ты мне говорила, да? Ага. А у вупсеня тогда повязка. Понятно, теперь я буду различать. И ребята тоже, кто не знал. Хорошо, идем дальше. Следующее задание. Мы видим двух милых старушек. Они вышли вечерком, или это не вечер, ну, неважно. О чем-то поболтать. Да, Маша? Да. Верно? Это правильная картинка? Нет, неправильно. Неправильно? А что здесь неправильного? Тут неправильно то, что вторая бабушка... Так. Здесь, а не в мультике «Ледниковый период». То есть это бабушка из «Ледникового периода», да? А чья она бабушка там? Бабушка ленивца, или как его, подожди? Да, ленивца. Да, бабушка ленивца? Да. А ты знаешь, как ее звали? По-моему, ее звали Гренни. Да, Гренни. Гренни звали, да? Хорошо. А как зовут бабушку Моаны? Вспоминай. Тала, похоже. Тала, ты молодец. Отличное познание, молодчинка. Ну, давай посмотрим, права ты или нет. Так, бабушка Гренни исчезла и отправилась... в ледниковый период к своему внуку и его друзьям. Да, Машенька? Ксид его звали, да. Ты права, молодец. Отлично. Идем дальше. Следующее задание и внимание на экран. Так, здесь мы видим такую картину. Один богатый краб. Да, имеет большое богатство, да. И маленький краб-воришка хочет украсть у него золото. Точно, Маша, ты все правильно описала. Это два персонажа из мультфильма «Моана», правильно или нет? Нет, неправильно. Нет, неправильно? Краб Себастьян должен быть в мультике
Русалочка. Русалочка Ариэль, да? Ну давай Русалочка посмотрим. Ариэль. А, секундочку. А как же звали вот этого большого краба? Таматом. Таматом, это твой любимый герой, да? Да. Ну давай посмотрим, отпустит ли Тамато краба Себастьяна в его сказку, в его мультфильм. Да, он его отпустил. И Себастьян появился в мультфильме «Русалочка» вместе с Ариэль. Да, Машенька, ты права. Боже, ну какая же она красивая. Да, она очень красивая. Мне очень нравится этот мультик. И думаю, тебе тоже, и многим... А мне еще больше. А тебе еще больше. Я тебя прекрасно понимаю. Идем дальше. Следующее задание, Машенька. Так, внимание на экран. Это финальное задание. Два силача. Два силача, два полубога, готовы в любой момент помочь и прийти на помощь людям. Да? Да. Это два персонажа из мультфильма Моана, правильно? Нет. Нет? Правильно. А что неправильно? Геркулес должен быть в мультике про Геркулеса. То есть это Геркулес да. Не местный? Не местный. Его нужно отправить... Домой, да? Да, домой. Ну что, Геркулес, давай посмотрим, отправишься ли ты домой. Да, он отправился домой. А Мауи, кстати... Ой, я тебе подсказал. Как зовут этого персонажа? Мауи. Мауи, да? Ну, я думаю, что ты и без меня знала, как зовут его, да? Да. А кто же он? Полубог ветров и морей. Герой молодых людей. Ой-ой-ой, какие у тебя познания, да. Я уверен, что я тебе не подсказал. Это ты мне еще можешь подсказать. Да? Ну давай посмотрим, куда же делся Геркулес. А Геркулес... Вернулся к своим подвигам, да? На Олимп! Ну, я не думаю, что на Олимп. Он вернулся на Землю помогать людям и спасать их от разных чудовищ. Да, Машенька? Да. Ты справилась со всеми заданиями. На сегодня заданий больше нет. И мы будем прощаться с ребятами. Всем пока и подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей. И пишите в комментариях, о чем бы вы еще хотели увидеть челленджи. Всем пока!